Итак, всем здорова, с вами Сосал. Продолжаем проходить Принц Персии спустя довольно долгий перерыв времени. В общем-то, пособирал я сейчас чуть-чуть семян, не знаю зачем. В этой части нам нужно последнюю вот из этих вот четырех таких вступительных земель открыть. Вот, и набрать достаточно семян, 60 вроде, да, получается, до, как, для того, чтобы открыть одну плиту. Не знаю пока еще, какую буду плиту выбирать, но что открыть ее-то надо точно. Так. Разрушение поработало здесь не хуже тьмы. Окей. Почему у меня такое чувство, что это дело рук не тьмы, а чего-то похуже? В последней битве с Ахриманом город был отдан воину. Наверное, это его работа. Так, ну, с Эликой мы пока разговаривать не хотим. Так, не знаю, что с Фабсом сделать. Он так бесит в последнее время начал. Прям во всех играх уже понижает FPS. Почти практически все, кроме Бэтмена. Но в Бэтмене вообще отлично. Да. Так, он воин. Видим воина, надо его главное. Ох ты, фака, ох ты! Фига себе. Классный момент. Так, ага. Поляна. Окей. Идем наверх. Так. Тут видим, что все рушится. Сейчас мы излечим землю, все нормально будем. Как обычно, воина мы и как всех остальных не убьем, а только спугнем, что они свалят с этой земли. Все равно они потом на другой земле появятся. Идем сюда. Ну и к воину, собственно. И тебе привет. Окей. Его. По идее, это добрый слуга, но он как бы просто поглощен силой Ахримана. Ну и чё? А, его не поднять, я забыл, да, точно. Кстати, чё же я сразу не подумал, как он такой бугаябанил. Колени. Хочу контратаку провести. А, ему вроде вообще ничто не хилит, я вспомнил. Его нужно толкать вниз. Ой. Так, окей. Точно помню, что его надо тупо столкнуть вниз, все. Окей. Это я до сих пор запомнил. Так. Все, он там в лаву упал, но не умер. Это было жутко. Согласен с тобой. Ну так, исцеляем землю. Идем для получения плиты. Окей. Так, мы видим, тут семена появились. Не знаю, только как мне нижние подбирать будут. Ну, тут много семян-то как. Попал лагать, дух тупой. Ты видишь отсюда выход? Кажется, можно выйти там. Да не важно, нам все равно уже не надо выходить. Нам главное собрать семян и идти к плите. Так, тут, наверное, вот так, наверное, собрать. Так, да, вот одна семечка. Долбал лагать. Петухан затупая. Как не сдвинусь, так будет FPS падает. Ну, пофиг. Так, все, 60 семян есть. Берем, телепортируемся. Так, не понял. А, ну это открытая земля. Телепортируемся в храм. Не понял, как это сделать. Ага, окей, вот так. Не знаю, какую сейчас плиту выбрать. Посмотрим, что там пойдет первыми. Наверное, все-таки выберу. Блин, ну не знаю, что выбрать. Что мы в храме? Окей. Так, вот мы в храме. Надо какую плиту выбирать. Смотрим. Здесь у нас какая сила?
Так. Надо красное и это желтое вроде. Если не ошибаюсь. Красное, желтое. Тут получается, значит, зеленое и красное. А здесь там синее и желтое. Давайте что ли желтую сначала выберем. Мы живы, значит, он в ловушке. Не может быть. После всего случившегося сегодня чего-то все еще не может быть. Эти плиты не горели многие сотни лет. Наверное, сработало исцеление. Они смогут удержать их ремонт? Нет. Они давали силу Ахурам. Но теперь, когда они активны, мы доберемся до других земель. Если их исцелить... То он останется в плену, и мы выберемся? Да. Сколько тебе объяснять-то да. Еще, принц? Что с ФПС творится, даже не знаю. Ай, поднимайся. Ну, в жопу. Еще ждать буду. Так, желтую мы сможем найти плодородные земли цитадели и дворца. Давай желтую. Так, теперь у нас обучение по плите. Мы используем эти силы, чтобы добраться до земли? Да. Эти силы защищали их. Придется научить меня пользоваться. Именно там. Да, ща научишься. Так, сделали так, чтобы игра не лагала и носила скорость. Так, я пробовал поставил, что фрапс удерживал не 60 FPS, а 30. Не знаю, поможет это или нет. Вряд ли. Проверим. Пока все хорошо. Окей. Вот это другое дело. Так, вот вверх, да? Да, просто непонятно, вот тут вниз. Да, желтая поинтереснее. Все. Добрались. Все. Теперь можем уже открывать земли с плитами. Чем мы, собственно, и займемся ближе к, в смысле, всю игру. Надо открывать тупо земли с помощью плит и убивать боссов. Умоляю, тут опять отец появился. Наш народ в прошлом. Дерево слабеет. Да пошел ты. Это твои слова? Или Ахримана? Где был Армуст, когда твоя мать ушла от нас? Где он был в час твоей нужды? Элика! Я твой отец! Я твой король! Удачи! Когда в следующий раз захочешь расположить к себе дочь, попробуй подарить ей пони. Апокалипсис все же не то. Типа шуткнул. Типа грозный. Сирзли. Машаза. Эй. У нас есть одна из сил Армузда. Мы можем добраться до других плодородных земель. Идем. Окей. А еще как пойдем? Все. Видите? Ну ладно, на этом я, наверное, закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сусл. Всем удачи и пока.